Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите прогноз погоды. Партнер программы «Современная медицинская клиника». Доступное медицинское обслуживание в современной медицинской клинике. Консультации узких специалистов. Гинекология, онкология, ортодонтия и стоматология. УЗИ, медицинские анализы, процедурный кабинет. Записывайтесь по телефону 30350. И о погоде. Завтра, 16 декабря, в Печоре ожидается переменная облачность, временами небольшой мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем будет около 0 градусов. Будьте осторожны, на дорогах снежный накат. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объявление «Волна» – это еще и ежедневное новостное вещание на телевидении. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Екатерина Лисицкая. Всего вам доброго, до свидания.